чтоб водить корабли, чтобы в небо взлетать, и людей чтоб лечить, и учителем стать, надо многое знать, времени не терять. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Тема нашего урока – задачи на нахождение части от целого. Сегодня мы научимся решать задачи на нахождение части от целого. Начнем наш урок с математических фокусов. Вы бывали в цирке? Видели, как ловко фокусник достает из своей шляпы неожиданные предметы? Или угадывает ваши желания? Сегодня я постараюсь показать вам фокус, а вы попробуйте разгадать, как у меня это получилось. Задумайте любое однозначное число. Умножьте его на 2. Прибавьте к полученному числу 8. Уменьшите результат в 2 раза. А теперь отнимите число, которое вы задумали. И вы получили результат 4. Догадались, почему так получилось? Подумайте над этим после урока и попробуйте составить свой фокус. Чтобы узнать один из способов охраны атмосферы, мы выполним задание номер 1 на странице 116. Расставьте дроби в порядке возрастания, и вы узнаете один из способов охраны атмосферы. Заметили, что у дробей одинаковые знаменатели? Вспомните, как мы можем сравнить дроби с одинаковым знаменателем. Мы будем сравнивать числители. Какая дробь самая маленькая? 15/65. Расставьте дроби в порядке возрастания. Проверьте себя. 15/65, 25/65, 29/65, 32/65, 39/65, 46/65, 54/65, 58/65. 60/65 и 62/65. Получилось слово озеленение. Сажая деревья, мы заботимся о чистоте нашего воздуха, о красоте окружающего нас мира. Предлагаю решить задачи на эту тему. Вы их найдете в учебнике на странице 116, задание номер 2. На аллее высажены 126 деревьев. 1/6 часть из них – березы. Сколько берез на аллее? На сколько частей поделили все деревья? На 6 частей. Сколько таких частей взяли? 1. 126 разделим на 6 и умножим на 1. Получим 21 дерево. 1 часть мы уже научились находить. А сможем ли мы найти несколько частей? Что для этого сделаем? Найдем сначала 1 часть из таких частей и умножим на их количество. На аллее высажены 126 деревьев. 3/6 части из них – клены. Сколько кленов на аллее? 126 разделим на 6 и умножим на 3. Получим 63. 63 дерева на аллее. Сделаем выводы. Чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби. Найдем 2/7 от 56. 56 разделим на 7, получим 8. И 8 умножим на 2. Получим 16. Или 56 разделить на 7 и умножить на 2, получим 16. 2/7 от 56 – это число 16. Давайте попробуем закрепить этот материал и найдем часть числа, выраженную дробью.
чтобы найти 2/4 от 120, нужно 120 разделить на 4 и умножить на 2. Получим 60. 2/4 от 120 – это 60. 0,21 от 500. 500 разделим на 100 и умножим на 21. Получим 105. 0,21 от 500 – это 105. А теперь попробуйте сами. Проверьте себя. 10/45 от 450 – это 450 разделили на 45 и умножили на 10. Получили 100. 0,07 от 3000 – это 3000 разделили на 100, умножили на 7 и получили 210. Давайте выполним более сложное задание. Страница 117, номер 4. Для выполнения вспомним, что такое процент и как его записать в виде дроби. Процент – это сотая часть числа. Например, 2% – это 2 сотых. 2% – от 4800 тенге. 2% – это 2 сотых. 2 сотых от 4800 – это 4800 разделить на 100 и умножить на 2. Получим 96 тенге. 2% от 4800 тенге – это 96 тенге. 15% от 1 километра. 1 километр – это 1000 метров. А 15% – это 15 сотых. Найдем 15 сотых от 1000 метров. 1000 разделим на 100 и умножим на 15. Получим 150. 15% от 1 километра – это 150 метров. 74% от 8 километров. 8 километров – это 8000 метров. А 74% – это 74 сотых. 74 сотых от 8000 метров. 8000 разделим на 100 и умножим на 74. Получим 5920. 74% от 8 километров – это 5920 метров. Второй столбик этого задания вам нужно будет выполнить самостоятельно, после урока. А сейчас мы попробуем применить свой навык для решения задачи. Текст задачи вы найдете в учебнике на странице 117, номер 3. Для высадки зеленой изгороди вдоль трассы привезли 540 саженцев тополя, а карагача – 2/6 от количества тополя. Сколько всего саженцев деревьев привезли для высадки вдоль трассы? О чем говорится в задаче? О саженцах. Какие были саженцы? Тополя и карагача. Что известно о них? Тополя было 540 саженцев, а карагача неизвестно, но сказано 2/6 от количества тополя. Что спрашивается в задаче? Сколько всего саженцев деревьев привезли для высадки вдоль трассы? Можем ли мы сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет. Почему? Мы не можем, потому что не знаем, сколько саженцев карагача. А что о них сказано? Что их 2/6 от количества тополя. Как найти число, выраженное дробью? Нужно его разделить на знаменатель и умножить на числитель. 540 разделим на 6 и умножим на 2. Получим 180 деревьев. Только саженцев карагача. Теперь можем ответить на главный вопрос задачи? Конечно, теперь можем. Какое действие выберем, чтобы узнать, сколько всего? Действие сложения.
найдем сумму чисел 540 и 180. Получим 720 деревьев. Столько саженцев, тополя и карагача. Не забудьте записать ответ. Всего 720 деревьев привезли для высадки вдоль трассы. Пришло время подводить итоги. Сегодня вы узнали, чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби. А также одним из эффективных способов охраны атмосферы является озеленение. Самостоятельно предлагаю выполнить вам задание номер 4, второй столбик, на странице 117. Вспомните, как вы работали сегодня на уроке, и оцените себя с помощью лесенки успеха. Мне приятно было сегодня вести урок с вами. Мир математики всегда ждет вас. До новых встреч!